Ребятушки, всем привет! И вышло новое новогоднее обновление. Прямо сейчас оно грузится. И прямо сейчас мы будем смотреть с вами, что вышло в новом новогоднем обновлении в Stand of 2. Поставь лайк, если ты рад, и погнали! Ребят, на нашей GG-шке вышло нереально крутое обновление. GG-шка первая, кто сделал такую крутую обнову. И для вас сделали гигантские скидки 50% с отдельным разделом под обновление в честь этого. А также добавили и обновили кучу кейсов и скинов. Многие не могли авторизоваться, GG-шка и справила это и добавила новый вариант авторизации. Сейчас я прокручиваю бесплатный барабан и выбиваю бесплатный кейс. Также GG-шка добавила ежедневные бонусы и задания. А по моему промокоду ты получишь халяву. Играй и выигрывай вместе со мной на GG стендов. Ну что ж, ребятки, мы в главном меню, и посмотрите, везде идет снежочка. А мы прямо сейчас будем смотреть, что добавили в новом обновлении 0.15.0. То есть в новогоднем обновлении. Прямо сейчас мы находимся в главном меню. И, ребятушки, встречайте фри или Gold Pass New Year 2021. Нажимаем кнопочку и смотрим, собственно, что у нас здесь есть. Видимо, у нас год быка, и поэтому ребята из Аксельболтов добавили нам медальку быка. Слушайте, красивая достаточно медалька. И, конечно же, сразу же новое оружие. Новое оружие на АКР, кстати. О, боже ты мой, ребятушки. Это, кстати, будет очень-очень дорогое оружие. На АВАПочку, на МП5, на М110, на П90, на М16. Господи, на М16, мне кажется, это будет... О-хо-хо! Посмотрите на П350, какая красоточка, ребята! О боже, а на МП7 я просто молчу, я просто молчу. Сразу же смотрим стикеры, наклеечки, ребятушки. Обычные наклейки, ну, как бы плюс... Кстати, чем-то похожие на наклейку из прошлой коллекции, только там был точно такой же круг, только здесь снежочек. Дальше у нас здесь Гринч, куда же без Гринча, ребята, в новый-то год, а? Медвежонок, лосяш. Свит стикер, только уже переливающийся. Merry Christmas тоже переливающийся. Ну, конечно же, год быка. Господи, ребята! Вот это реально кайфулики. А вот это реально кайфулики, вот это я хочу себе. Вот эта вот тема тоже очень прикольная. Идем дальше. Дальше 4 кейса у нас, один из этих кейсиков выпадает. И, о да, ребятушки, чармпаки. Конечно же, ребятушки, ну, год быка, значит, на аркане, скорее всего, конечно же, должен же быть бык. Оу-ля, ребят, неужели это рарка? Неужели это рарка? Реально, посмотрите, как бомбезно выглядит. Это печенега. Это такое плюс-минус. Ой, носочек, смотрите, классно, классно, классно. Ёлочка, прикольная, прикольничка. О, эльф и Гринч, да? Гринч и эльф. Шишечка, смотрите, как переливается шишка. Как переливается снежинка, господи. О, Санта во льду. Блин, это класс, это класс. Так, идем дальше. Понятное дело, что вот это все мы посмотрели. Идем дальше, и, конечно же, дальше это новые ножи, ребятушки. Я еще... Опа! Что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Восемь новых ножей? Чего? Чего, мать... Что? Восемь новых ножей? Боже, какие... Какого черта? Я не ожидал, блин, фу, вот этот нож, это будет говно, потому что он на Frozen очень сильно похож. Блин, остальные, блин, ну, вот этот нож мне очень понравился, очень, вот этот, ну, плюс-минус. Вот этот просто шикарный нож, ребята, просто офигенный для любителей кунай просто. И это тоже, нет, хотя это похуже. Бабочка, ну, по-моему, бабочка вообще прям точно такая же, как и Dragon Glass, поэтому особо нету разницы. G-команда, наконец-таки, хотя бы один нормальный G-команда добавили. Керамбит, ля, ну, на Dragon Glass тоже опять похож. Вот этот керрич прикольный. И вот этот, ля, ребятушки, ну, прикольно. Прикольно, а что у нас в самом конце? В самом конце 155, сколько у нас уровней? 180 уровней всего, и в самом конце тоже ножи. Ну что, ребята, погнали посмотрим, добавили ли новый кейс, и, господи, ли, пожалуйста, лишь бы был новый кейс, иначе это будет, иначе я разбиваю монитор. Так, раз, два, три, магазин, поехали! Чё? А где мой новый грёбаный кейс? Я не понял, алло. Ребята, слушайте, нового кейса не добавили, а что? Подождите, а на рынок что у нас вышло? Ревивал коллекция вышла на рынок? Не вышла на рынок ревивал коллекция? Новый нож, может, какой-то добавили? Вообще ничего, ребятушки, что это? Ладно, погнали посмотрим, что за новые режимы. Новые режимы. Дух Рождества и охота на подарочки. Давайте доживаем сразу охоту на подарочки. Смотрим, что это, ребят, у нас за такой режим.
дух Рождества, охота на подарки. Прямо сейчас узнаем, что это за режимы. Воу! Воу! Это прям в игру у нас поставили вот этот, это типа, вау, прям в игре, это вот такая вот тема, класс, прикольно, прикольно, прикольно. И типа мы вот так вот окунаемся в карту и мы на карте, мы на той самой карте, блин, прикольно, разрабы, слушайте, ну вы прикольно сделали, ребят. А что эта карта у нас, она не снежная будет, не снежная карта? Ля, ребята, у меня, кстати, управление сбилось, ребят, управление очень сильно сбилось, и как бы я тут немножечко не могу управлять. Что это за фрики такие? Ну-ка, замочи их, Тиктакимус. Ля, что это за фрики бегают? Капец, как тяжело. Ребят, я не могу управлять, у меня управление за как бы сбилось управление, но короче, как я понял, лё, смотрите, какая... здесь, короче, играют гринчи против эльфов, и задача самая главная — это выбить подарки, да, посмотрите, видите, подарочки, да, падают, вы подбираете подарки и стоит Шлепендрич, стой! Да, у меня подарок выпал. Короче, надо поднимать подарки, ребят. Ну, карта, кстати, прикольная. Давайте по карте пробежимся, хоть посмотрим, что за карта. Карта реально годная. Мне очень нравится карта. Прикольно сделано, знаете, типа, что-то такое новенькое. И модельки персонажей очень классные. Правда, почему-то вот на мини-карте все отображается очень каким-то таким не совсем снежным. Но, блин, оружие, кстати, осматривать можно. Блин, Minecraft Entertainment представляет, что у нас по карте. Карта, да, карта все есть. Короче, блин, и новая полностью, новая, короче, полностью кастомизация всего вот этого вот. Блин, класс, посмотрите. Новые хпшки, чатик, все, новая карта новая. Погнали к следующему режиму сразу, ребята. Итак, ребята, новый режим Дух Рождества. Здесь, короче, как я понимаю, надо захватывать точку. Да, ребят, захват точки идет. Мы стоим на точке. Здесь захватываем точечку. Только, ребят, очень-очень-очень неудобно. На самом деле, у меня с управлением что-то произошло с управлением. И поэтому, ребят, очень и очень неудобно. Здесь надо захватывать точку. Стоять на точке. Здесь огромная елка. Надо стоять под этой елкой и, ребята, отбивать точку от противников. Ребята, давайте сейчас кому-нибудь хэдшот навешаем. И, собственно... Что? Портал? Портал? Ля, я уже думал, портал будет какой-то. Я вообще охренел бы от жизни, если был бы портал в стендофе. Это была бы моя мечта, наверное. Противники мертвые. Смотрите, у противников какие-то зайцы появились в интерфейсе. Короче, вообще что-то вообще непонятное, ребят, происходит. Ну, короче, как вы поняли, этот режим очень прикольный. Здесь надо захватывать точку, ребята. Короче, обновление достаточно прикольное. Но, черт возьми, разработчики, где мои гребаные кейсы? Ребята, ставь хэштег кейс. Поставили лайк и погнали скачивать обнову, ребята. Всем спасибо, всем пока-пока, ребят.